пока сказать, что каким-то образом голландцы видоизменили игру, я не могу. Ну, Мексика тоже не будет этого делать. Но она будет бить издалека. До Сантос! Мяч ворота команды Голландии забил Джованни де Сантос! В том числе есть Риналдума и Флара. Чудесной красоты удар, выверенный, как бильярдную лузу. И с левой. И поймал. И Силисен в данном случае полетел мимо Дерри. 1-0 сборная Мексики впереди. Счет не только на табло, но и счет на майке Джованни дос Сантоса. И вот теперь вспоминаем о том, что сборная Мексики и сборная